Микеланджело Меризи де Караваджо написал две версии Медузы. Одна, несколько более скромная по размерам, подлинность которой научно доказана только в 21 веке, находится в частной коллекции и была создана в 1596 году, другая годом позже, более крупная и известная, находящаяся ныне в Уффици. Микеланджело Меризи де Караваджо, медуза которого вот уже более 400 лет ошеломляет зрителей, подобный фурор произвел всей своей недолгой, но богатой, как на злоключения, так и на созидание жизни. Удивительно, как в одном человеке сосуществовали житейская безалаберность и вспыльчивость на грани преступления закона с одной стороны, и цельность, педантичность в искусстве с другой. Не имея аристократического происхождения, обладая при этом крайне взрывным характером, благодаря своему редкостному дару и упорству во владении художественным мастерством, Караваджо, к счастью для себя, всегда будет попадать под крыло влиятельных людей, знающих толк в искусстве, понимающих уникальность художника и поддерживающих его талант. Вторая версия «Медузы», как это часто бывало с работами Караваджо, получилась гораздо удачнее. Караваджо запечатлел момент сразу после того, как Персей отсек «Медузе» Горгоне голову. Лицо ее искажено ужасом, страхом и болью, а из обрубка шеи хлещет мощными потоками крови. Картина выполнена с максимальным и откровенно пугающим реализмом, который усугубляется еще и тем, что в качестве модели Караваджо использовал свое собственное лицо. Одним из высокопоставленных лиц, благоволящих необыкновенно талантливому хулигану, был кардинал Франческо дель Монте. Именно он заказал Караваджо исполнить образ Медузы Горгоны, который предназначался для особенного подношения великому герцогу тосканскому Фердинанду I Медичи. Именно эта версия впоследствии получила всемирную известность и сейчас находится в галерее Уффици во Флоренции. Характерная форма тондо в данном случае продиктована практическими соображениями. Медуза предназначалась для украшения памятного щита, а этот элемент доспеха, как известно, имеет не плоскую, а выпуклую форму. Так что Караваджо в процессе работы над картиной пришлось изрядно попотеть, проявив недюжинную изобретательность и незаурядное мастерство. В качестве основы Караваджо использовал круглый выпуклый щит из тополя. Щит был покрыт льняной тканью, на которую были нанесены 4 различных слоя краски, известные как подготовительные слои, необходимые для создания основы. Далее поверх подготовительных был нанесен дополнительный слой, чтобы сделать фон более отражающим. Поверх этого отражающего слоя был нанесен еще один слой, зеленый фон, который мы, собственно, и наблюдаем. Состав для него был получен в результате смешения зеленой и желто-оловянно-свинцовой краски. Однако это еще не конец. Поверх этого фонового слоя были нанесены еще 3 слоя, состоящие из смеси секативных масел, скипетара и мистики с элементами пчелиного воска, из которого было сформировано изображение. Наконец было добавлено еще несколько слоев, чтобы сохранить картину. Теперь мы точно понимаем, что живопись – это совсем не двухмерный вид искусства, в особенности, когда речь идет о картинах Караваджо, и тем более, когда картины создаются на выпуклой поверхности. Гениальна сама идея Караваджо использовать выпуклый щит в качестве холста. Художник изобразил медузу с точки зрения Персея, ведь по легенде смотреть в глаза медузе Горгоне категорически воспрещалось, иначе смотрящий мигом обратился бы в камень. И Персей смог убить ее сразу после того, как увидел ее отображение в медном щите, подаренном ему Афиной. Вообще,
Обезглавливание неоднократно привлекало внимание Караваджо. Вспомним в качестве примера такие его работы, как «Юдив, обезглавливающая Алаферна», «Давид с головой Голиафа» и «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Художнику часто приходилось слышать упреки статичности образов на его картинах. Даже не верится, эта картина написана с пугающей реалистичностью. Она наполнена такой энергией и динамикой, что невольно опасаешься. Вдруг действительно от последнего взгляда злодейки окаменеет. И зритель помимо воли на какое-то время все-таки превращается в камень. Он замирает, завороженный шедевром. Картина объемна и реалистична, наполнена движением и звуком, ощутимым и слышимым. Самой меткой оценкой творения Караваджо стали слова Джанбаттисты Марино, крупнейшего итальянского поэта. «Такого живопись не знала, чтоб на холсте был слышен крик». Глава героини известного мифа и картины Караваджо, благодаря его искусству владения новаторской кистью, жива, пусть последние мгновения перед смертью, но жива, огневными искрами своих безумных глаз, по-прежнему смертельно опасна.